Русский рок. Текст Чубаровой. В Советском Союзе играть рок было нельзя, потому что рок – это плохая, западная, капиталистическая музыка. «Ах, нельзя!» – говорили молодые люди. Брали гитары, писали музыку и стихи, играли и пели русский рок. Конечно, они получали не деньги, а проблемы. Сейчас известные российские рок-музыканты – богатые люди. Но русский рок – это не просто шоу-бизнес, это философия. Это интересная музыка, хорошие стихи. Иногда стихи гениальные. Говорят, что современные рок-музыканты – это новые русские поэты. А как сказал поэт Евгений Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Ты помнишь все новые слова? Нельзя. Западный. Брать, взять. Молодой. Конечно. Известный. Просто. Иногда. Гениальный. Стихи. Больше, чем. Современный. Советский Союз. Капиталистический. Получать, получить. Люди. Богатый. Поэт. А теперь давай читать вместе. В Советском Союзе играть рок было нельзя, потому что рок – это плохая, западная, капиталистическая музыка. «Ах, нельзя!» – говорили молодые люди. Брали гитары, писали музыку и стихи, играли и пели русский рок. Конечно, они получали не деньги, а проблемы.
Сейчас известные российские рок-музыканты – богатые люди. Но русский рок – это не просто шоу-бизнес, это философия. Это интересная музыка, хорошие стихи, иногда стихи гениальные. Говорят, что современные рок-музыканты – это новые русские поэты. А как сказал поэт Евгений Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Постарайся ответить на вопросы к тексту. В Советском Союзе можно было играть рок? Правильно, в Советском Союзе играть рок было нельзя. Что получали молодые люди, когда пели рок? Правильно, они получали проблемы. Известные российские рок-музыканты сегодня богатые или бедные люди? Правильно, известные российские рок-музыканты сегодня богатые люди. Русский рок – это шоу-бизнес или философия? Правильно. Русский рок – это шоу-бизнес и философия.